Бадеграс – русский бальный танец, который более 100 лет назад исполнялся на всех балах, открыл сезон летних гуляний в парке дома Оглоблина в Орехово-Зуеве. Исторический танцевальный блок представил инклюзивный коллектив «Шестое чувство». Это набор танцев любого традиционного русского бала, то, что танцевали в усадьбах, на балах, наших меценатах Морозовых, я думаю, тоже было... Похожая программа. Парк вновь распахнул свои двери в Международный день музеев. По такому случаю гостей встречал сам хозяин усадьбы Владимир Николаевич со спутницей. Я был химиком на фабриках Морозовых. Вот, жил вот в этом прекрасном доме на втором этаже. Также данная территория раньше принадлежала... И на этой территории находилась дача господ Морозовых. То есть территория была от парка до моего дома. Особый дресс-код на вечере не требовался, но были те, кто выбрал костюм в стиле начала прошлого века. Современные образы представили девушки школы моделей Дарьи Звягиной Fashion Models. А команда моделей 50+, стильная, в своем дефиле показали, как эффектно летними вечерами смотрятся ткани в горох. В парке можно было расположиться в тени деревьев с мольбертом и рисовать с натуры или создавать произведение, которое навеяла собственная фантазия, а также принять участие в творческих мастер-классах. Дом пока еще ремонтируется, а парк мы уже понемножку приводим в порядок. Поэтому в определенные дни, пока мы еще не решили, какие, но это, конечно, вот выходные дни, суббота-воскресенье, может быть, какой-то день на неделе, мы будем открывать парк для того, чтобы люди просто приходили сюда отдыхать. Это зона релакса в городе, потому что вековые деревья, которые здесь сохранились, и липы, и дубы, и вот эта вот тишина, она располагает как раз к задумчивости, к какому-то осознанию своему. На протяжении летнего сезона сотрудники Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея планируют провести в парке и ряд тематических мероприятий и экскурсий, присоединиться к которым смогут все желающие. Следите за анонсами в социальных сетях музея и выставочного зала.